хотелось бы засвидетельствовать нового члена нашей дружной архитектурной семьи Колпинской. Жилищный комплекс Астрид строится значительно дольше, чем домостроевский дом у Ленты, например. Тут просто как гриб растет. Но зато здесь, если верить сотруднице колл-центра, какие-то новые технологии. Ну и действительно, таким фундаментом Колпино еще никто не заморачивался. Дома при этом, насколько мне известно, в этом районе не будут превышать 9 этажей. Какие-то будут даже ниже. Я ни разу не рекламирую, как бы, я не знаю, что получится. Просто вот такой этап строительства уже приличный. Там еще фундамент не доделан, а здесь он уже явно первый этаж. И хочется это запечатлеть. Видимо, с крана может быть падение груза. Вот это на уровне земли. Видимо, подвальное помещение. Вот это первый этаж, да? Вот смена вот таким сталинским домам. Ну, про них мы еще отдельно попозже поговорим. Так, еще отойду на расстояние. Вот они. По какой-то причине их сегодня мало. Всего троих. Вчера еще я видел человек 20 здесь. Точно таких же бойцов строительного фронта. Ну что, пожелаем Колпино развития. Пусть к нам приезжают новые люди. Пусть застраиваются новые квартиры. Колпино обновляется, да?
До новых встреч.